Годом. С вами Юлия Черняева. Я расскажу вам, что интересного происходит в городе в эти волшебные праздничные дни. Музейная комната «Советское время» приглашает всех желающих, детей и взрослых, посетить елку из детства. Вас ждут экскурсии по выставке «Волжские черемушки», посвященные истории первых микрорайонов советского Куйбышева, а также новогодние загадки по истории города и погружение в атмосферу прошлого посредством диафильмов и грампластинок. 4 января с 12 до 16 часов по адресу: улица Аэродромная, 16А, Центральная городская детская библиотека. Государственный Волжский русский народный хор имени Милославова приглашает вас на детские новогодние представления, которые состоятся в здании музея Алабина. Это невероятный красочный спектакль с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных героев. Дети познакомятся со старинными русскими обычаями, песнями и играми, примут участие в конкурсах, будут разгадывать загадки и водить хороводы вокруг елки. 4, 5 и 6 января в 11 и 14.00. Московский губернский театр Сергея Безрукова представляет «Аленький цветочек», волшебную сказку Сергея Аксакова о прекрасной девушке, которая, полюбив не за красоту, а за доброту, осталась верна своему слову. За 40 минут до начала спектакля в хрустальном фойе веселый Диксиленд, Дедов Морозов, а также хороводы, конкурсы, анимация с участием Деда Мороза и Снегурочки у красавицы елки. Самарская филармония, 4 января, начало в 11 часов. Хорошего настроения. До встречи.